Лимон, так как сила горького апельсина, когда он научился сам выживать и держать в руке, там все такое, смешалось с тем, что ушел давно от самого себя, и, возможно, появился лимон, который занял ту нишу, которую первоначально занимал цитрон. Но у лимона есть одна особенность. Он научился держать себя в руках. Он научился держать себя в рамках. Вместе с тем же самым лимоненом и наследием цитрона, цитрон, наоборот, распустился. Типа, а, куда хочу, туда лечу, туда, что хочу, то и врачу. А здесь, наоборот, увеличивает силу воли, увеличивает сдерживающие факторы. Если вы наносите лимон, эфирное масло лимона целиком, без разведения, на какие-то маленькие порезы, кровь сразу останавливается. Кровотечение с маленьких порезов останавливается, потому что лимон говорит, держи себя в руках, давай, в рамках, держи. То же самое. У лимона много кислотной мякоти, а эфирное масло является, которое содержится в этом самом флаведо, является его дополнением и обезвреживанием. Эфирное масло лимона не кислотное. Оно уменьшает кислотность желудка. Мы автоматически снижаем кислотность желудка, когда мы принимаем эфирное масло лимона, потому что знаем всегда, что за эфирным маслом, когда вы кусаете этот лимон за его задницу, да, вы сначала прокусываете эфирное масло, а потом уже жуете мякоть. То есть за эфирным маслом идет сразу же кислота. И желудок будет снижать кислотность. Плюс он умеет держать. Держи себя в руках, то есть и держи еще и сфинктер, и силу воли, и все такое. Это значит, что масло лимона является маслом выбора против изжоги. Кислотность снижается, а сфинктер на входе в желудок, через который пары забрасываются вверх, тоже начинает держаться лучше. Поэтому любой из этих двух факторов будет купирован лимоном. Также лимон хорош для улучшения иммунитета, потому что тоже держать себя в руках. Можете легко сочетать с другими структурирующими, типа ель. Ель с лимоном будет вам. Альтернативный невкусный Новый год. Кого-то пихта с мандаринами, а у вас ель с лимонами. Зато вы переживете того, кто с пихтой с мандаринами встречал.